Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми зустрічаємось у цій студії, щоб обговорити соціально значимі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – замісна підтримувальна терапія, шанс позбутись наркотичної залежності чи крок у безодню. Замісна підтримувальна терапія як засіб покращення стану людей з наркотичною залежністю та боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції вперше була впроваджена в Україні в 2004 році. Це був пілотний проєкт програми розвитку ООН, підтриманий Глобальним фондом боротьби з ВІЧ та СНІДом. Спершу переважно застосовувався препарат бупренорфін і лише в незначній кількості метадон. Але з 2008 року метадон практично повністю витіснив бупренорфін і став основним препаратом замісної підтримувальної терапії. Станом на початок 2019 року замісну метадонову терапію підтримувальну в Україні отримують понад 11 тисяч пацієнтів. Майже тисяча з них – це наркозалежні жителі Миколаївщини. За 14 років метадонова замісна терапія в Україні отримала як прихильників, так і супротивників. Тож, чи дійсно замісна підтримувальна терапія допомагає позбавитись наркотичної залежності, сприяє соціалізації хворих на наркоманію та їх поверненню до повноцінного життя, чи навпаки замінює одну залежність на іншу та повністю руйнує здоров'я пацієнта. Про це сьогодні будемо говорити в студії. А я представляю вам наших спікерів. Петро Римар, головний експерт з наркології Миколаївської області. Добрий вечір. Та Павло Казар'ян, засновник центрів реабілітації наркозалежної молоді. Здравствуйте. Вітаю. Я чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних емоцій. Тільки конкретні питання, конкретні відповіді, конкретні ремарки. Шановні учасники, спершу я пропоную вам позначити свої позиції. В кожного з вас в першому раунді буде надано 2 хвилини приблизно, для того, щоб ви озвучили свою позицію по цій темі. Тож, перший раунд. На вашу думку, замісна підтримувальна терапія – це шанс для наркозалежної людини на одужання чи небезпечний крок до ще серйозніших проблем? Як ви думаєте, Петро, вам слово. Я хочу сказати, що замісна підтримуюча терапія – це метод лікування залежності від опіатів та профілактика соціально небезпечних інфекцій, такі як ВІЛ, СНІД, гепатити, туберкульоз. Це саме основне, що касається якраз от назви замісної підтримувальної терапії. І хочу сказати, що вона проводиться у нас в Україні якраз з початок з 2004 року, а започаткована в Миколаївській області як пілотний проєкт і ще декілька областей в Україні в 2005 році. І перше це було препаратом бупренорфіну. По всьому світі на сьогоднішній день майже 55 країн проводять замісну підтримуючу терапію. І це є найефективніший метод лікування опіоїдної залежності. І в тих 55 країнах десь приблизно більше мільйона людей знаходяться на замісної терапії. Якщо розглядати саму історію, як проходило у нас впровадження замісної терапії в області, це не було дуже легко. Це був такий тернистий шлях. Ми приходили і мали перейти через супротив стигми, дискримінації відповідно до наших пацієнтів. А оскільки наркозалежність – це хвороба, і нам, як лікарям-наркологам, приходилося вирішувати питання, вибирати ефективні методи лікування. А саме зараз хотілося б почути вашу позицію щодо цієї терапії. Я, як лікар-нарколог, як головний лікар обласного наркологічного диспансера в той період, я якраз був, так сказати, в істоках впровадження замісної терапії.
І сьогодні в Україні більше 12 тисяч пацієнтів знаходяться, а в нашій області це 948 осіб. А ми починали з бупренорфіну, це було 53 особи на бупренорфіні. Дуже тяжко сприймалося різними управліннями, відомствами і неоднозначною громадськістю. І самими пацієнтами. Нам дуже багато приходилося розказувати, роз'ясняти пацієнтам, що це таке і для чого це потрібно. Тобто ви за, так? Впровадження? Однозначно за. І велику частину свого життя я якраз займався цією темою. Зрозуміло, дякую. Ваша реакція, Павле? Я, безусловно, був і остаюсь проти внедрение вообще, в принципе, в таком виде, в котором оно есть, я говорю, в Украине заместительной поддерживающей терапии, потому что у нас нет альтернативы. То есть человек, который употребляет наркотики, он, по сути, обречен продолжать их употреблять. Неважно, это медицинские наркотики или уличные, они дают тот же самый внутренний эффект. То есть человек находится не в трезвости. Я понимаю, что он уходит от инъекционных наркотиков. Это круто, на самом деле. Но очень много случаев, ну, наверное, большая половина случаев, когда люди идут на сайты заместительной терапии, им выдают заместительную терапию, неважно, опять же, какая это, метадон или другой препарат, и уходят, и каким-то образом продолжают менять свое состояние сознания. То есть, по сути, они остаются нетрезвыми и ведут, продолжают вести тот же асоциальный образ жизни. Хотя внешне может создаться какое-то впечатление, что это не так. Есть какая-то категория людей, которым это действительно помогает, но она очень маленькая. То есть, это не ваша еще позиция, это реакция так, на позицию Петра зараз? Да. Так? Добре, дякую. Ремарка? Я хочу сказать, что... Коротко. Коротко, якраз прийом препаратів – це не основне лікування, це частина лікування, а я вже говорив, що це і профілактика. Ми говоримо за соціально небезпечні хвороби і за громадське здоров'я. Якраз в контексті того замісна підтримувальна терапія має неоцінне значення по розширенню захворювань. Тобто програма зниження вреда, правильно? Ні, це друге. Зниження вреда – це немножко друге. Якщо ми будемо далі говорити, то я просто розкажу, як воно виглядить взагалі. Це не просто дати таблетку. Тут йде дуже багато інших контекстів, які... Домовилися, буде трохи пізніше. А зараз хотілося б почути все ж таки позицію Павла. Будь ласка. Когда вводили в 2004 году заместительную поддерживающую терапию, конкретно когда шел разговор о метадоне, я имел некоторое отношение к тем тогда общественным организациям, которые были против, и тогда еще главный нарколог Украины Виевский Анатолий, Николаевич, Анатолий Николаевич, он убеждал общественные организации, что, во-первых, это будет в суспензии. Да, правильно я выговорил это слово? Жидкие, да. Это, во-первых, жидкие формы, можно. Во-вторых, там будет очень жесточайший контроль. В-третьих, там еще что, много-много пунктов. Честно сказать, мы поверили на тот момент. И многие люди посчитали, что, ну да, в некоторых контекстах это будет правильно. Он убеждал нас в том, что это делается исключительно для профилактики распространения инъекционных заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ, СПИД, потому что Украина стоит на грани уже очень серьезных последствий. Потом он возглавил статистику, это так, к слову, которая говорила, есть результаты, либо нет. И, по сути, если бы это была суспензия, то тогда бы не был бы возможен, в принципе, его вынос, переработка и продажа. Но нас обманули и ввели таблеточную форму, и начались массовые выносы. Это было действительно очень много, и если вы посмотрите просто хотя бы на нормальные сайты новостные в интернете, то вы увидите, сколько
происходит правонарушений в этой, ну, в этом направлении. Например, только в Очакове вот в прошлом году задержали товарища, у него 100 таблеток. 100 таблеток – это можно переработать в огромное количество этого метадона и уничтожить, я не знаю, сколько людей они умрут. Тобто ваша позиція проти? Я категорически против такой заместительной терапии, которая есть сейчас в Украине. Если позволите ремарку, как раз вот в этом контексте, по тем же телевидениям показывают, насколько открывает нарколаборатория, закрывает. Сегодня метадон синтезируется очень легко и просто на бытовом уровне. Это можно сделать и сделать уличный метадон. То есть это не есть тот, который попадает в сеть всегда. Мало того, его можно где-то привезти и с других стран, или не обязательно, чтобы это был с очаковского сайта. Это просто так. И еще самое главное, по жидкому метадону это просто, ну, технически на начальном этапе прошел сбой. Он намного лучше, его вынести невозможно. Угу. А тогда как раз произошла стоимость самих дозаторов, аппаратов, и законодательная база, которая существовала в том году, в 2004, не позволяла применять и работать с этими дозаторами. Поэтому так произошло. Они все были готовы, и большинство стран пользуют жидким методом. Я с вами абсолютно согласен. Да, могу. Конечно. Понимаете, дело в том, что до того, как ввели заместительную терапию метадоном, этого наркотического препарата было на улицах очень мало. По сути, мы сами его ввели, сами его распиарили и создали дополнительный рынок по абсолютно синтетическому препарату, который можно синтезировать, который можно завести из других стран и продавать на улицах. И так и происходит. Действительно, и лаборатории закрывают, и выносят в некоторых случаях. Я, безусловно, не говорю, что все это делают, но, тем не менее, случаи такие есть. И они не одиноки. И мы сами создали рынок заместительной вот этой вот терапии. Угу. Вот. Мы сами создали рынок метадона. Если люди не знали, что такое метадон, то теперь они знают. А сам метадон, он гораздо сильнее, чем любой опиат, гораздо сильнее, чем героин, по сути. Потому что он имеет полностью синтетическое происхождение. И синдром отмены или ломки от него гораздо сильнее. Это я говорю, отталкиваясь от тех людей, которые его употребляли и делились со мной этим. Тоді у мене питання, а чому тоді саме метадон переважною мірою став використовуватися в цій підтримуючій терапії замісній? Ко мне вопрос? Павлу. Я просто хочу сказать, что метадон был использован для заместительной терапии в Америке 69-го года. То есть это все было асинтезировано где-то в 49-м, по-моему, немцами. Почему сам этот препарат, если он такой может речь быть? Речь идет за специфику метадона, особенно и речь идет за таблетированной формой приема и не жидкие, пероральные. И смысл заместительной терапии не просто прием препарата, мы говорили за профилактику, а исключить именно внутривенное введение. Почему внутривенное? Когда вводится большая доза наркотика, возникает вот этот вот приход на языке наркозависимых и получение эйфории. И тогда человек получает то, что он хотел от использования наркотических препаратов. Сегодня лечебных наркотических препаратов очень много. Промедол, морфин, трамадол и много-много препаратов, которые существуют. Но это же не рынок, это легальный оборот наркотиков. И метадон, который выдается для наркозависимых, они такие же больные, это тоже легальный. Все, что выходит за рамки легального оборота, это нелегальных и не касается заместительной терапии. Это касается правоохранительных органов. Они должны заниматься этими вещами. И кто, если нарушает закон, они должны, конечно, это... Метадон, когда принимается перорально, он создает определенная плата и мешает наркозависимого чувства эйфории
и получает просто комфортное состояние, ровное, спокойное, адекватное для поведения. У него нет ломки, нет эйфории. Если человек хочет в таком состоянии находиться, он абсолютно работоспособен, он может заниматься повседневной жизнью. При внутривенном введении, растворении, при внутреннем введении, конечно, он будет делать. И речь не за синтетические препараты. Каждый, собственно, все медицинские препараты, которые наркотические, они почти все синтетические. Единственное, это уличные наркотики, это вот ширка, которая ацетилированный опиум, получается с сырья, опиум чистый, он сырья как раз с мака получается. Поэтому метадон или какой-то другой препарат в мире используют для заместительной терапии героин. И бупренорфин тот же, который это вот есть. И тот же промедол, это все тоже используется, просто важен способ введения. Да, того, чтобы не наступала вот эта эйфория и не было у человека ломки. Две вещи. Он получает эйфорию, и если не принимает препарат, у него начинается синдром зависимости, и он изменяет свои поведенческие какие-то реакции. Зрозуміло, дякую. А, Павле, те саме питання, чи, на вашу думку, чому саме метадон використовують? Потому что метадон в производстве самый дешевый препаратов. То есть его легче всего и дешевле всего синтезировать, насколько я знаю, по крайней мере. Но в любом случае, как бы человек ни принимал наркотики, препараты медицинские, не имеет значения, как бы он его ни принимал, у него все равно есть зависимость. Он их принимает, да, у него нету там эйфорических ощущений, как если бы он бы уколол бы его себе в вену. Но у него есть устойчивая зависимость по отношению к какому бы то ни было препарату. И это во-первых. Во-вторых, то, что человек приходит за бесплатным медицинским препаратом на сайт, совершенно не гарантирует то, что он не идет потом употреблять наркотики. Были четкие условия для людей, которые записались на заместительную терапию. Они не должны были употреблять другие наркотики, они еще там какие-то разные критерии. Я думаю, что Петр Иванович больше раскроет в этом вопросе, что именно должны были. Но, к сожалению, за этими людьми мало кто следит. И все прекрасно знают, что они после приема этого препарата идут, например, принимают вспомогательные препараты, и у них уже возникает более-менее эйфорическая, опять же, на языке зависимых, это тяга. Вот, они употребляют еще какие-то препараты, они пьют пиво сверху, вот, и у них возникает какое-то такое вот ощущение. И мы можем увидеть много таких вот молодых ребят, которые при том приезжают за рулем собственной машины. Вот, как они могут под этим препаратом водить машину, это вопрос к правоохранительным органам. После пива. Ну, и после пива в том числе. Вот, они приезжают на собственных машинах, приходят, принимают. Да, и, ну, то есть, ну, понятно, что нельзя этого делать, как бы то ни было. Я знаю, что вводят маршруточники, есть на заместительной терапии. Вот, за ними нужно следить, и это очень серьезный, трудоемкий процесс. Более того, с ними должен работать психолог. Но я вам скажу, как психолог. Кстати, я поздравляю всех психологов, сегодня день психолога. Вот, да. И я вам скажу, как психолог, о том, что человеку невозможно провести психологическую коррекцию или там какую-то психотерапию, метод какой-то, если он не находится в состоянии трезвом. Если он под воздействием какого бы то ни было препарата, ни одни технологии психологические не работают. Мы можем только лишь с ним разговаривать. Это все равно, что с человеком под воздействием алкоголя рассказывать ему какие-то вещи. Если позволите, просто вот... Даже коротко, будь ласка. Возражу, ну вы тогда никогда не имеете доступа до человека, потому что он всю жизнь употребляет или наркотики, или медицинские, или такие. Как же вы, как психолог, можете разговаривать, чтобы вывести из этого состояния? Он всегда в неадекватном состоянии. Это неправильная формулировка.
адекватное состояние наступает при длительном применении заместительной терапии препаратами, а потом есть доступ до его сознания, изменение формы поведения и социализация и ресоциализация человека в обществе. Это как раз дает такую возможность. И еще то, которое вы говорите, что нужен контроль. Не нужен контроль за людьми, они сами употребляют и контролировались. У нас на начальном этапе мы за употребление уличных наркотиков, у нас был уриноконтроль, это есть тоже по программе, мы их исключали. В дальнейшем, когда выработали определенную тактику и опыт других стран изучили, речь идет за уменьшение шкоды. То есть, если человек просто даже намного уменьшает частоту употребления уличных наркотиков, то это уменьшает вот те заболевания, которые мы говорим. Это синтетические препараты, они чистые, медицинские. А если он употребляет уличные, кустарным способом употребленные, сделанные, это как раз рушит его здоровье в первую очередь. Добре, дякую вам. Давайте продовжимо. Замісна підтримуюча терапія в Україні впроваджувалась за ініціативи ООН та Глобального фонду боротьби зі СНІДом, передусім задля боротьби з розповсюдженням ВІЛ-інфекції, оскільки ін'єкційні наркозалежні були і залишаються у групі ризику. Маємо інформацію від обласного наркологічного диспансеру. У 2016 році на Миколаївщині на диспансерному обліку перебувало 2386 наркозалежних. 688 з них мали діагноз ВІЛ-інфекція, 90 – діагноз СНІД. Станом на перший квартал 2019 року на диспансерному обліку перебувають 2236 наркозалежних. З них діагноз ВІЛ-інфекція мають 664 особи, діагноз СНІД – 74. Бачимо незначне, але зниження кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. На вашу думку, це результати роботи замісної підтримуючої терапії чи якісь інші причини? Будь ласка, Павло, давайте вас почнемо. Я вам скажу так. Здесь результат осознанности, в принципе, людей, что сейчас очень много проводится профилактических мероприятий. Вот. Сейчас очень много, я имею в виду, психологи работают как в качестве профилактики даже со школьниками. Работает с членами семей, и, возможно, есть и какой-то вклад со стороны заместительной терапии. Я этого не исключаю. Значит, я не просто должен говорить, там, я за или против. Есть очевидные факты, вот, безусловно, я о них говорю. Вот, и в большей степени вот это незначительное количество, оно может скакать. Может быть, сегодня, в этом году на 300 меньше, в следующем году на 500 больше. Ценные показатели. Да, то есть, ну... Я зрозуміла. Если позволите, я по этому поводу скажу. Первая инфекция, которая была в Николаевской области, как раз эпидемия в Украине и начиналась, это был наркозависимый. Первый заболел СНИДом. И отсюда я хочу просто сказать очень важную вещь. Та профилактика, которая проводится, вот заместительная терапия, она прописана в законе Украины по профилактике и лечению больных с ВИЧ-инфекцией. И программы общенациональные, наша областная здесь прописана. Суть заключается в том, что если охватить наркозависимых, группу наркозависимых, приблизительно около 40%, 35-40%, то снижение эпидемии будет распространяться на всю общественную популяцию. Имеется в виду, допустим, в Николаевской области, то, что мы говорим. Да? Вы зачитали цифры, там фактически 45% у нас из группы наркозависимых – это ВИЧ-инфекция. По мировой статистике, я скажу, может быть, такие какие-то не людям, не всем воспринимающие, один человек имеет 7 половых партнеров. ВИЧ передается через инъекции и половым путем. В результате заместительной терапии в Николаевской области впервые изменился путь передачи. То есть ВИЧ-инфекция сегодня передается уже не путем через кровь, путем инъекционным, а именно половым.
И представьте себе, что наших, тех 2236 человек, которые есть, 7 человек партнеров, а тот каждый партнер еще по 7. Вы представляете, какая профилактика в окружении, в нашем социальном обществе будет снижать заболеваемость по ВИЧ? Это именно и есть программы ООН, которые направлены на внедрение. И это один метод. Второй метод. Пациенты, которые болеют ВИЧ-инфекцией и наркозависимы, они, у них появляется приверженность к лечению ВИЧ-инфекции. То есть если просто наркозависимый, он никогда не лечит, у него уровень вирусной нагрузки очень высокий, он является источником инфекции. Если он получает антиретровирусную терапию, такая тоже доступная, бесплатно выдается, то фактически может дойти до нуля, и он может даже не быть это вот источником инфекции. То есть две вещи, которые: на заместительную терапию он приходит, становится более социальным, приходит и получает антиретровирусную терапию. Очень редко сами наркозависимые могут прийти и сказать: я хочу проводить антиретровирус. Мало того, их никто не обследует. Когда они приходят к нам, мы за ними смотрим. Здесь это точно. Наблюдение проводится динамическое. И мы видим, какие другие еще болезни у них есть. Мы и это можем. Это называется интегрированный подход к лечению наркозависимости. Дякую, Петро. Дякую. Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по два запитання своєму опоненту. Ваше перше питання до Петра. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно ли вылечить наркозависимость? Если да, то что для этого нужно? Очень хороший вопрос, который можно и вам адресовать, поскольку вы занимаетесь тем же. Любая болезнь человеческая, она имеет разные стадии, разные возможности и разные ситуации по лечению. То есть те люди, которые зависимые были и излечились, как правило, могут не попасть ни в нашу зону влияния, ни в вашу. Но я знаю, что такие есть, и ретроспективно мы оцениваем. Мало того, есть люди, которые попадают в нашу зону, и мы не говорим, что мы их излечили полностью, мы говорим, есть длительный период ремиссии. То есть это вот через год мы говорим, что это уже наступила ремиссия, даже год нормальной жизни для человека и для семьи человека, наркозависимого, это очень важно. Поэтому мы сегодня не ставим задачу такую глобальную. Мы ставим задачу помогать человеку и уменьшить вот это вот зло от употребления наркотических препаратов или алкогольных каких-то этих напитков. Добре. Є. І второй вопрос? Ні. Зараз, будь ласка, ваше, Петро, перше питання до Павла. Смотрите, от у вас, давайте по-другому, от яке у вас отношення, я просто помню, була одна із передач на Інтері, по-моєму, там у вас було таке, какое-то отрицательное отношение к наркослужбе. Время прошло очень много. Мы с вами и раньше общались. Вот как сейчас изменилось ваше отношение к наркологической службе в целом? У меня не было даже тогда отрицательного, прям такого. Это были определенные эмоции в тот момент, в котором была сама передача. А в целом к наркологической службе у меня никогда не было отрицательных каких-то эмоций, ну, я так не считаю. Но тогда были, это было много лет назад. Ну да, да. Да, я уже даже не помню контекста, что там было и кто что говорил, и как что получилось, но это были эмоциональные какие-то вещи. У меня не было никогда, и сейчас нету к служащим наркологам какого-то отрицательного отношения, ни в коем случае. Добре. Продолжим питание. Скажите, пожалуйста, почему, вернее, не почему, а сколько людей умирает от передозировки метадоном в Украине? Фактически на сегодняшний день передозировки метадоном
На сайтах, официальных сайтах нигде нет. А как могу проверить? Вот, ну, вы можете проверить статистику. Она складывается, эта статистика, она складывается с сводок о причинах смерти. Она складывается от сводок милицейских, где это было и как. То есть, если речь идет за передозировку метадоном на сайтах заместительной терапии, то эти люди должны там... Мало того, сегодня и с начала метадоновой терапии всегда была система защиты, и были препараты, которые конкретно снимали, снижали дозу и могли... помогать при передозировках. То есть это когда мы вводили эту терапию, у нас всегда были эти препараты в наличии. Так что как раз в плане, когда мы начинали, это был самый большой страх для докторов-наркологов. Они боялись именно это. Но я за все 14 лет, пока я работал в наркологии, ни разу не видел передозировку нашими препаратами. При правильном приеме, при определенных пониманиях ситуации. И с годами мы начали понимать некоторые вещи. Кстати, многие лечебные препараты и те же препараты по АРТ-терапии, это антиретровирусной терапии, они или усиливают действие метадона, или наоборот его снижают. Поэтому дозировка подбирается с учетом тех или иных препаратов. И врачи, наркологи, врачи-инфекционисты, которые назначают, они проходят специальные тренинги, семинары, обучаются и понимают о взаимодействии лекарств. Но конкретно от метадона, который в лечебных учреждениях в Николаевской области точно не было, по Украине я тоже не слышал, с коллегами общался. Я возражу, да, если можно. У меня другая информация на самом деле. Вот. У меня есть неофициальная информация, а официально я ее проверить или опровергнуть не могу, потому что у меня есть письмо из Министерства здравоохранения, из Центра медицины. Медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины о том, что данные щодо смертності від передозування наркотиками та кількості осіб з трьома діагнозами не передбачені державною звітністю. Вот. К сожалению. Ну, то, что я сказал. Я вам то просто... есть я не могу проверить на самом деле, правда это или нет. Я вам просто скажу, что в плане передозировки в последнее время просто нет. Я когда еще начинал молодым анестезиологом работу, я их видел на приемном покое в Харькове, в токсикологии даже работал. Я видел, как привозили, вот ты поворачиваешься, только человек дышал, и тут уже перестает дышать. Тут надо было это вот моментально сразу оказывать помощь. Такое вот, это было передозировки, и умирали, на улицах умирали. Сейчас вот даже их не видно на улицах, настолько меньше стало этих пациентов. И я считаю, что это однозначно заслуга метадоновой терапии, потому что если брать из 2236, а у нас 948 человек на заместительной терапии, это уже часть, которая находится под наблюдением врача. Конечно, среди них нету там всех таких сознательных граждан, которые будут ходить и выполнять все, и обязательно будут какие-то нарушать. Это контингент такой. Вы как психолог и как работающий психолог с такими контингентами, вы знаете, они всегда пытаются с колеи выскочить, которую мы им даем. Это люди со своим характером, со своими привычками. И длительность как раз применения препарата позволит стабилизировать состояние, переосмыслить действия. И я более того скажу, обязательно для того, чтобы было эффективное лечение и заместительной терапии, необходима, конечно, работа с психологами. И у нас есть сопровождение. Мы работаем с громадскими организациями. Они идут параллельно, которые проводят ресоциализацию и поддержку наших пациентов. Как правило, это те люди, которые вышли из состояния наркозависимых таким же самым способом, и они работают вместе с ними на уровне равный равному. Они понимают то состояние, в котором они находятся, и могут оказать эту помощь. И длительность как раз терапии – это самый эффективный способ прийти к тому, что потом в дальнейшем можно с психологом поработать. И у нас на заместительной терапии были
варіанти. Це зрозуміло. Зазнання сім'ї, рождення дітей. Це прекрасно, але все ж таки трохи не вистачає фактажу, так? В будь-якому випадку відповідати, тому що на самом деле, Петро Іванович, дуже хорошо к вам отношусь, чесно. Чесно, я відповів, чесно, не було від передозировки метадона. У нас в Миколаївській області я на 100% можу сказати, за Україну я не відповідаю. Я вам вірю. Точно не слышал. В Америке были, в Германии были, во многих странах на самом деле были. В Украине нет. Пускай у нас будут самые профессиональные специалисты на всей земле, и как-то там они так делают, что нету. Но я, как гражданин Украины, как общественный деятель, не могу это проверить, к сожалению, потому что, более того, я знаю, что были. Более того, я знаю, что были. Да, я не могу сейчас пойти, и я не буду дергать родителей и брать у них справку о смерти. Кроме того, я не могу даже подтвердить, что этот человек умер от передозировки, потому что такую статистику в Украине априори не ведут. Я думаю, что этот вопрос просто выходит за рамки эффективности, или это вот любой наркозависимый, он может тоже, если он употребляет и передозировка будет, конечно, реально имеет шанс умереть. И конечно, сегодня в рамках этих программ, продуманные в Америке тоже, всегда ездят с препаратами, которые могут вывести с этого состояния. А в метадоновых программах этого лечебного учреждения тут же могут оказать помощь. Я зрозуміла. Коротко, чи вже туди нам? Очень коротко. Мой вопрос, если позволить. Да, очень коротко. Я хочу сказать, что на самом деле, да, могут вывести, но я считаю, что у нас нет статистики по передозировке, в том числе и заместительной терапии, метадоном, специально, потому что эта статистика просто скрывается. У меня есть такое убеждение, опровергнуть мне его никто не может, потому что такой статистики просто нету. Зрозуміло. Добре. Пане Петре, ваше друге питання до Павла. Ну, і ще репліку. Я просто хочу додати, що наші пацієнти, вони мають, крім наркозависимості, дуже великий букет заболівань. Якщо у них є ВІЧ-інфекція, то це плюс тяжелі осложнения, которые могут привести к смерти, и сказать, что это связано с передозировкой, это просто даже некорректно. Вопрос в таком плане. Вот вы проводите как раз в центрах реабилитации, ресоциализации, мы их называем, собираете, проводите свое такое, ну, процесс возвращения людей к обществу. То есть я не буду говорить, что я не говорю, что это лечение, потому что там у вас нет докторов, это просто вот такая различные программы реабилитационные. Как вы, вот, когда приходят люди, учитываете вот этот вот вариант наличия у них ВИЧ-инфекции, туберкулеза, и что вы с этим делаете? Вот сколько у вас есть пациентов и сколько из них ВИЧ-инфицированы? Ведь вам они, по идее, не должны озвучивать свой статус. Как происходит вот именно самый главный вопрос по профилактике этих социальных заболеваний именно в ваших центрах? Как вы это коррелируете? Значит, мы не берем с туберкулезом, вот, потому что там достаточное количество людей, окружение, и для этого нужно постоянно человека контролировать, постоянно его там как-то проверять. Вот с открытой формой туберкулеза тем более не берем. У нас есть ребята ВИЧ-инфицированные. Они посещают спеццентр, получают там, если им необходима, терапию. Вот. Значит, они сдают анализы на программе, когда у них до определенного уровня доходят, сдают анализы. Если статус положительный, ну, тогда уже там дальше по схеме врача, сколько там уже у него это, нагрузка там и так далее. У меня есть специально обученный человек, который непосредственно это курирует, и он этим занимается. Вот. И человек, если есть необходимость терапии, значит, он принимает терапию. Вот. Никаких проблем. Но с туберкулезом, к сожалению, мы не берем. Гепатиты. И с гепатитами тоже. Такая же схема.
Ну, тут немножко, в любом случае, это не прерогатива реабилитационных центров, и статус вы не должны как-то разглашать. Нет, мы ни в коем случае не разглашаем. Так нет, вы нет. Даже и знать не должны. Мы не должны знать, если человек нам его не рассказывает. Но если он посчитал необходимым сообщить нам свой статус, ну тогда мы знаем. Добре, дякую. Продовжуємо. Другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема замісна підтримуюча терапія. Шанс позбутись наркотичної залежності чи крок у безодню. У студії Петро Римар та Павло Казаян. Зараз я пропоную вам відповісти на деякі питання, які підготували наші редактори, та, можливо, є питання від глядачів. З 2017 року міжнародні організації, які ініціювали впровадження в Україні замісної підтримувальної терапії, припинили фінансування цієї програми. Нині вона повністю фінансується за державний кошт. Чи достатньо цього фінансування для забезпечення метадоном наркозалежних, наприклад, які перебувають на цій програмі зараз, ну, продовжують? І чи існує якась державна квота щодо того, скільки наркозалежних може одночасно перебувати в програмі, наприклад, там, на кожний регіон? Давайте з вас. До мене. Да, будь ласка. Я хочу сказати, що якраз з 2016 року почали Глобальний фонд і Альянс Вілсніду почали зменшувати фінансування. Вони сказали держави України: ми вас навчили, ми вам дали удочку, займайтеся вашими хворими. Нас дуже довго, на протязі 10 років, показували, як потрібно то все робити. І говорили: включайтеся, держава, це ваші люди, ви маєте їх забезпечувати і лікувати. І фінансування зменшилося. Громадські організації, які супроводжували замісну підтримуючу терапію, наш уряд і Міністерство охорони здоров'я приклали дуже велику роботу. І фактично на сьогоднішній день по централізованим закупівлям ми закриваємо в повному обсязі потребу в препаратах замісної терапії. Якщо за 16-й рік у нас там було, по-моєму, 800 тисяч гривень на всіх виділялося, то вже на 17-й рік було по заявці 1 180 000, наскільки я пам'ятаю. То слідуюча заявка ще більше вже на 18-й рік. І ще хочу сказати, що в порядку проведення замісної підтримуючої терапії у нас було навчено, і ми виробляли імунітет до відсутності препарату. Ми розробили різні моделі фінансування замісної підтримуючої терапії і паралельно з цим змінювалося законодавство. Якщо в 2004 році виписати рецепт на метадон було просто неможливо, то в процесі замісної терапії були внесені зміни в законодавчі акти, 360-й наказ, де можна було виписати грам метадона по рецепту. Зараз я скажу, чому. І це якраз на 10 днів, і фактично пацієнт може по рецепту взяти в аптеці цей препарат. Це друга частина просто, якщо будуть у вас питання. Це за свої кошти. І вони це роблять. І добре, частина сьогодні, час, 303 час. Особи у нас так проходять. На даний момент. Добре, дякую. Павле, будь ласка. Ну, ви розумієте, діло в тому, що, ну, во-первых, в 2012 году по 2015 Полтавская область была первой областью, которая ввела пилотное финансирование заместительной терапии. На это им потребовалось 10 миллионов. Я не могу сказать четко на что, я не знаю, но это не такие уже и маленькие деньги. На тот момент соотношение к доллару мы можем посчитать. Вот. Во-вторых, выдача в нашей коррумпированной стране всевозможных рецептов, с которыми можно прийти в аптеку и получить метадон на руки. Но для меня это очень опасное мероприятие. Я категорически против этого. Я считаю, что люди будут покупать
эти рецепты, как они покупают другие вещи, там, например, больничные, либо еще что-то в этом роде, и идти под разными предлогами брать метадон и делать из него уже уличный наркотик. Более того, даже если человеку выдали 10 порций или 10 доз этого препарата, он может из него дома сделать инъекционный препарат. Тобто, зрозуміло, є така ще інша загроза. Продовжуємо. У нас є питання. Возразити нельзя? Не зараз, бо в нас дуже мало часу. Ми маємо все ж таки почути питання від нашої глядачки Олени. Де і на яких умовах наркозалежні люди, які перебувають у програмі замісної терапії, можуть отримувати метадон? І як контролювати процес видачі метадону? Чи можна його контролювати? Питає глядачка Олена. Пале, будь ласка. Я не знаю. Это не ко мне. Я могу, конечно, сказать. У нас на сегодняшний день работает в области 15 сайтов. Это лечебных учреждений, где есть доктора обученные, медсестры, и есть препарат, и они могут выдать этот препарат. То есть это не просто пришел человек с улицы, есть определенная процедура, но это 15 фактически лечебных учреждений. И если надо их перечислить, если есть конкретные, можно позвонить в приемный наркодиспансер, а там уточнить, в зависимости от того, где она находится. То есть мы даже работали с тем, чтобы приблизить количество этих сайтов максимально к тем потребителям, которые есть. Это крупные районные центры, они наиболее вражены наркологическими проблемами. И город Николаев тут по периферии у нас есть. Поэтому там можно. И вторая часть вопроса мне не совсем понятна. Как контролюється, цікавить Олену, як контролювати процес видачі метадону? Ну, если буквально... Чи ким він, можливо, контролюється? Если в буквальном смысле, раньше это было вплоть до того, что медицинский работник должен был посмотреть в рот и заглянуть, и чтобы посмотреть, что это препарат растворился. Сейчас просто либерализация законодательная такая, что это немножко проще, запивается сразу водой фактически или соком в присутствии медицинского работника. И по желанию тех же пациентов было можно установить видеонаблюдение для того, чтобы это с их согласия, чтобы видно было, что это все происходит вот на его, ну, это самый удобный, чтобы не возникало никаких конфликтных ситуаций, и вот проконтролировать можно. Но все это документально оформляется в медицинской, прежде всего в медицинской документации, с отчетностью, с проверками, со всеми вытекающими. Зрозуміло. Дякую. Метадон внесено до Державного реєстру лікарських засобів України. А чим, на вашу думку, він є насправді? Медичним препаратом чи синтетичним наркотиком? Павло, будь ласка. Ну, это для меня нет разницы, медицинский наркотик или уличный. Ну, честно говорю, для меня есть препарат, который изменяет состояние сознания. Все, для меня это достаточно, я за абсолютно трезвый образ жизни. Вот, я считаю, что каждый зависимый в этой стране может и имеет право быть трезвым. Зрозуміло, дякую. Петро, будь ласка. Я просто хочу сказать, что это очень жестко регламентировано законодательством. Есть постанова Кабинета министра, где разделено на это вот на 4 списка наши препараты, сильнодействующие психотропные, в том числе наркотики. Есть, которые категорически запрещены для применения даже с медицинской целью. Есть те, которые разрешены для применения с медицинской целью. И в данном случае метадон, промедол, морфин – это те препараты, которые медицинские препараты. Они есть в аптеке, и по розовому рецепту можно взять и этот препарат, и другой. И Павел Ашотович когда говорил, что я категорически против, что за выдачу препарата по рецепту сегодня проблема онкобольных, она конкретно решается параллельно вместе с этой легализацией. Раньше больные умирали от боли, не получая помощи даже из-за этого, потому что не могли, не было доступа до этого препарата. Сегодня параллельно с этой проблемой решилось и это. Сегодня можно взять и таблетированные формы морфина для онкобольных. Но это, я еще раз повторяю, это
медицинский оборот, законный оборот наркотических препаратов, они фактически все синтетические, то есть синтетические или медицинские препараты, неправильно, просто это синтетические препараты, фактически они все синтетические препараты, но это лечебные препараты. Я понимаю, но при чем здесь онкобольные? Ну, понятно, что если у человека онкология... Понятно. Но их сюда не надо приплетать. Это совершенно разная категория. Нет, в данном случае система выдачи препаратов та же. И вынос препарата, продажа препарата – это как раз уровень сознания человека. Если у него такой настрой, то он может точно так же и отобрать у онкобольного, и отдать, и продать, или сам же онкобольной может это все сделать. Это уже... Мы определим уровень сознания наркомана. Это другое. Это мы выходим за рамки. Мы говорим за то, что сегодня либерализация пошла, потому что онкобольных надо было обезболивать, заместительную терапию надо было проводить. И это есть путь в Европу. Там, собственно говоря, по рецепту врача можно получить любой препарат, наркотический или не наркотический. Так и у нас на сегодняшний день. Ну, на мой взгляд, это безумно. Откровенно вам говорю. Вот. То есть безумно, что есть врачи? Нет, безумно, что есть... люди, которые позволяют сравнивать нас с Европой, в которой совершенно другой уровень жизни, так совершенно вы, другой так вы социальный статус. Плохо относиться к наркологической службе, если вы не доверяете им. Нет, это же не наркологическая служба принимает такие решения. Протягом 2018 року в Миколаєві та області було зафіксовано 15 випадків торгівлі та зберігання нелегального метадону. 3 випадки – це учасники програми замісної терапії, які торгували таблетованим метадоном. Ще 12 випадків – це торгівля і зберігання кристалічного саморобного метадону. Статистика Національної поліції свідчить про те, що легальний наркотичний препарат може стати вуличним. Скажіть, будь ласка, чим це загрожує наркозалежним? Павле? Я вам скажу, що діло в тому, що якщо чоловік знаходиться на замісительній терапії і приймає метадон, то его уже более слабые наркотики, они просто не принесут ему эйфорических ощущений. Поэтому на рынок выходит кристаллический метадон и начинает пользоваться спросом. И это нормальные, нет, как бы не нормальные, но это прогнозируемое развитие событий. Более того, сейчас уже не только есть опиаты, сейчас очень много психотропных препаратов, и я не понимаю, как с этим бороться, потому что заместительная терапия здесь, она рассчитана только от опиатов. Вот. Как бы такая у меня реплика. Ваш комментар? Чи відповідь, будь ласка. В данном случае у меня никогда не укладывалось в голове, зачем наркозависимому, который приходит в лечебное учреждение, получает бесплатно препарат, зачем его выносить? Для кайфа. Зачем его выносить и продавать? Это просто вот логики. То есть здесь как раз то сознание, которое он еще не осознал, что он находится в лечебном учреждении, что это для него необходимость, и он может продавать. Это, конечно... Но это не поодинокий випадок, это фактаж Национальной полиции, я понимаю? Это фактаж Национальной полиции, то, что они должны делать. На этапах медицинского выдачи мы контролируем, как можем, ту ситуацию, так? Но люди, наши пациенты, они не настолько изобретательны, бывают разные случаи, из курьезов даже, как это все происходит, это просто в рамках данной передачи я не буду рассказывать. Но тем не менее, такие случаи есть. Легальный оборот – это медицинский оборот, нелегальный – это полиция, пусть занимается, если человек вынес, пусть… Дякую. У нас 3 хвилини до кінця ефіру, і тому останнє питання. З вашого досвіду, до Бога питання, чи можливо вилікувати людину від наркотичної залежності, від наркоманії тільки за допомогою медичних препаратів? Чи потрібен інший підхід взагалі? Петре, будь ласка, 30 секунд.
Я хочу сказати, з самого початку сказав би, що всі законодавча база, вона прописана не на одній замісній підтримуючій терапії, не на токсикації, не на медикаментозній. Туди входить і реабілітація, і ресоціалізація, і це дуже довготривалий період. І навіть в такій комбінації це не обов'язково, що це приведе до яких позитивних результатів. І це може повторятися, но нам все одно це потрібно робити, ми будемо робити, ми будемо допомагати хворому. Я думаю, що з надією лікарі якраз і доб'ються якихось результатів. Зрозуміло, дякую. Павле. Только медицинскими препаратами, к сожалению, невозможно. Да, на начальном этапе медицинское вмешательство, оно необходимо. Ну, не во всех случаях, но в большинстве оно, безусловно, необходимо для того, чтобы человека вывести из того острого состояния, в которое его привели уличные наркотики. Вот, ему нужно провести детоксикацию, и потом дальше уже идет работа психологов, терапевтов, я имею в виду психотерапевтов, сотрудников реабилитационных центров, как-то определенных групп самопомощи, которые, безусловно, приводят к тому, что человек выздоравливает полностью. Я зрозуміла. Дякую. Ми завершили третій раунд дебатів. Дякую за змістовні, аргументовані відповіді. На завершення дискусії давайте підіймемо підсумки. Скажіть, будь ласка, які аргументи іншої сторони на вас вплинули і який аргумент ви вважаєте сильним? Пане Петре, будь ласка. Ми дуже давно з Павлом і співпрацюємо, і дуже давно проводимо таку дискусію. Я бачу його якраз якийсь прогрес в тому, як він відноситься вже до нашої замісної терапії. Він розуміє всю необхідність, і я згоден з ним, що не тільки медичні препарати і не тільки медичні якісь лікувальні процеси можуть допомогти нашим наркозалежним. Реабілітаційні програми, ресоціалізація – це обов'язковий етап лікування хворих. Зрозуміло, Павло, коротко. Мне очень понравилось то, что на самом деле Петр Алексеевич, ой, Петр Иванович, вот, понимает очень хорошо, что на самом деле нам нужно сотрудничать. Да. Я что с тобой говорю? Зараз тренинг. Так что было сильнейшее? Ну, вот наше взаимопонимание с ним, это самое главное. Я считаю, мы можем быть выше любого там какого-то. У нас могут расходиться мнения, отлично. Вот, но тем не менее, самое главное, это объединиться немножко сверху. И то, что мы делаем сейчас, это хорошо. Вот, потому что мы можем вместе принести гораздо больше пользы обществу, чем по отдельности. Так, звісно, я зрозуміла. Тобто, об'єднавши зусилля, можна досягти ще більшого ефекту в лікуванні такої хвороби, як наркозалежність. Що ж, дякую. В ефірі були дебати Миколаїв. До зустрічі наступного тижня. До побачення.